24 ноября в нашем календаре замечательный праздник – День матери. А главная ценность в жизни любой мамы, конечно же, дети. И самая счастливая из знакомых мне мам сегодня, пожалуй, Светлана Турова. На этой неделе вернулся со срочной службы ее старший сын Евгений. Семейную радость разделила и наша съемочная группа. Ровно год назад наша съемочная группа вместе с родными и друзьями проводила на срочную службу некрасовца Евгения Турова. Женя взял академический отпуск в духовной семинарии, куда поступил после окончания некрасовской средней школы, чтобы пойти в армию. Я ушел в ряды вооруженных сил, чтобы отдать свой долг, набраться мужества, терпения. И не то чтобы терпения, а даже какого-то внутреннего богатства, которого у меня не было здесь, в гражданской жизни. То есть там ты живешь каждым днем, задумываясь о будущем, то, для чего ты вообще живешь, и для чего мы вообще нужны. И вот пришла моя очередь уволиться в запас. Я очень горжусь тем, что у меня выпала эта честь служить в вооруженных силах в городе Твери. Это 12-е главное управление Министерства обороны. Значит, ты год назад и ты сегодня – это два разных человека? Или все-таки нет? Да, это совершенно разные люди. То есть, знаете, я, например, год назад я мог уйти гулять, вот, ну и там не звонить родителям час-два, и не задумываясь о том, что родители вообще волнуются или что-то там еще в этом роде. Вот. А на самом деле, служив, только там начинаешь понимать, ну, как родители тебе дороги, как дороги тебе твои друзья, родные, близкие. Они все, то есть, переживают, ждут. Вот. Начинаешь разбираться в людях. Женя, сегодня у семьи есть еще какой-то повод собраться. Да, да, да. Это 20 лет свадьбы. Ровно 20 лет назад наш некрасовский ЗАГС зарегистрировал бракосочетание моих родителей. Почему я очень благодарен. 20 лет – это... Я знаю, что такое год, что такое 20 лет, я не знаю, еще даже столько не прожил, но это очень много. Я горжусь ими, они моя единственная опора, моя поддержка. А сердце мамы, оно большое? Даже, наверное, все-таки оно крепкое, потому что только, наверное, только мама больше всех ждет, больше всех переживает, ну, папа, соответственно. Что самое трудное за этот год было для вас? Время не шло. Время, для меня время очень медленно шло. Вот. Переживали очень сильно. Безобразия очень много, все знают. Поэтому ждать тяжело было, очень трудно было ждать. Родители все-таки несут такой крест. Вот. Они, то есть, отвечают за тебя, всегда помогают там. С одной стороны, печально. А с другой стороны, год... Я думаю, все хорошо будет. Здравствуйте, дядя!